Итак, всем привет, друзья, меня зовут Мистер Алекс, и сегодня я продолжаю играть в игру Remember Me. Вы, наверное, скорее всего, вы ее знаете по двум прошлым стримам, которые не совсем удачно получились из-за того, что видео само по себе тормозило. Давайте же начнем играть. А, кстати, я забыл сказать, я решил просто снять видео и выложить, чтобы максимально-минимально было дискомфортно его смотреть. Ну, то есть, минимально дискомфортно было. Так, давайте все-таки начнем двигаться по сюжету. То уже кровь поснимаю, переснимаю. Потому что... Да. Да, если ты закроешь дверь свою для всех заблуждений, то истина останется снаружи. Рабиндрант. Торн. Using the architect's codes I'd stolen, Edge sabotaged the San Michel Dam, flooding the Comfortress. According to him, it was just deserts for those who only worried about their own comfort. Why did I do what he asked? I could have left the city. Invented myself a new life somewhere else. But I wanted to come back to being public enemy number one. Was it part of who I am? Have we brought justice for the outcasts of slum 404? Or have my actions condemned them to more suffering? Only a militant believes that the ends always justify the means. Edge revealed to me that my memory had been conserved in the fortress of the Bastille since my conviction. I have to go there and recover my true self. The only way to get into the Bastille is with the memories of John Kennedy. A colorful resident of Slum 404. The problem is that no one knows who he really is, or where he hides out. Wow. Wow. Куда он идет? Ой. Что-то я засоплил. Извините. Надеюсь, это не сильно мне будет мешать. И вам. Потому что если оно будет мешать, то... Придется что-то с этим делать. Так. Чё хотел? А, да. Вы это видео, наверное, смотрите где-то в середине, может быть, даже в конце этого дня. Хотя это вряд ли. Я снимаю утром, так что голос у меня или вообще мое состояние может быть немного заторможенным. Вот. Или вот таким сопливым. Вот мне вот это немного... Окей, Милан. Tommy can help you get back inside La Bastille. Go back to his bar. Couldn't he have done that this morning when I was there? No. We had to drain Slum 404's lower levels first. You got everything planned out, huh? Так. Воу. Так. Вот мне это немного напрягает картинка. Так. Пойдемте-ка сходим. Ути, крыски. Не-не-не. Так, чё? Подлач сил. Господи Иисусе, что это такое? Мужчина обмен, Битсон фри фиш. Почти как свежий. Почему почти? По нам. Так, сейчас, подождите, я сейчас. А то не думаю, что вам очень приятно слушать, как я тут пытаюсь справиться с насморком. Так, все, я вернулся, давайте дальше играть. Ладно, нам точно сюда. Вы уверены? На 100%? Или хотя бы на 80%? Или хотя бы на 70%? Или больше 50% вообще? Ага. Типа ничего не понятно, ладно. Так. Ух ты. Так, ну запомни, знаете что? Вау. Можно ломать. Я забыл, что у нас есть спамер. Ура. Так, надо запомнить, что вот бутылки, что-то там кресло. Все такое. Давайте побежим. Вон, левый shift, все, нажал левый shift, все норм. Жить я ищу. Я ищу, не... Это не то.
Вот оно! Опа, камера. Так, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. О! А, я сейчас сломал, ла-ла-ла. Все... О, это Е, это эти террористы, во. Это как... Скорожуки питаются у Линвина, ага. Ага, сейчас как... Вау, я хочу на них посмотреть. Нет. Вау, фу, какой противный. Фу, уберите. Фу, как же это противно. Да, у меня инсектофобия жесткая вообще. Ага. Кто такой? А, это кузовы, кузовные работы и покраска. Это по приказу власти. Так, бежим. Пунц. Так, чёрт, убегите, бегите. Ух ты, так, надо запомнить. Чё надо запомнить? Горящий столб, оттуда вот лестница, вот так мусор, куча. Так, столб. Столб. Надо найти столб. Вот столб. Лестница. Ага, вот здесь куча мусора. А, ладно. Да ладно, ладно, я понял. Да все, понял, все, все, отстань. Подождите, дайте мне взять эту штучку. Нет. Ну вот. Вау! Офигеть, еще даже на раз, два, три. 7 ударов. Ой, 6. 6, да. Офигеть. Ладно, давайте будем их использовать по полнейшей программе. Для начала, конечно, мы используем... Что? Вот это. Тыц. А потом классический ударчик. Ладно, 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 ладно. Так. Сюда. Второй. Это пусть будет у нас. Все. Ладно, будет у нас вот эта восстанавливающаяся штука. Потом. Ну ладно, давайте еще один. Еще один лечащий, что ли? О, ё-моё. Так, давайте запомним. Так. Ё-моё. Так, стоп, стоп, я не успел почитать. Так. Так, смотрите. Рука, нога, нога. Еще раз. Рука, нога, нога. Рука, нога, нога. Так, рука, две ноги, рука, две ноги. Так, вот рука, вот две ноги, вот рука, вот две ноги. Да, сломано, пусть так будет. Так, где, чё, куда, кого, зачем? Рука, нога, нога, отстаньте. Жу-жу-жу-жу-жу. Рука, нога, нога, ё-моё. Сейчас давайте зашибем нас вот этого, потому что мне он не нравится вообще. Стоп, стой. Рука, нога, нога, рука, нога, нога. Да ты что, еще не умер? Как так вообще? Фу. Вот, все, наконец-то могу говорить. Тынц. Катпластер. Не-н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 е. Так. Бежим, бежим наверх, потому что я там вроде бы что-то, может быть, пропустил. Нет, ничего не пропускал, значит, бежим вниз. О, что-то так тормозил, ну, тормозинула игра вообще, вообще, вообще. Так, давайте я кое-что посмотрю очень быстренько. Ну да, достаточно быстренько. Так, снимаю я уже 9 минут. Так, с помощью этой программы я снимаю первый раз. Так, я хочу кое-что проверить. Сейчас, смотрите. Ага. Ладно. Эх, дальше пойдем. Бежим дальше. Что это? Пожар? А, 966 градусов по Цельсию. Это же вообще смертельный номер. Так, куда нам? А сейчас куда нам?
Куда я пришел вообще? А, вот, пожар. Я пришел сюда. Здесь нашел эту штуку. Мнемо полез. Мемо. Мнемо, да. Мнемо, мнемо. Это как мемо, но только мнемо. Куда мне? Чукуда? Чукуда? Не вижу никаких подсказок, ни... О! Блин! Вот это будет. Так, так. И... Тут можно приседать? Ой, надо больше было. Налево или направо? Понимаете, смотрим налево. Нет, ой, направо. Направо есть вообще, нет? И как мне... Даже выстрелить нельзя. Обидно. Чё это? Ага. Чё? Без того. Ага. Ясно. У меня вопрос, как мне пройти через эту штуку? Да? Не? Перелезть? Как? Ничего нету. Можно перепрыгнуть? Ничего? Да, в принципе, наверное, можно. И... Сейчас... Нет, нет, не лени меня. Ну вот. Ну ё-моё. Так, пока загружается. Ну ё-моё. Сейчас кое-что давайте проверим. Кое-что проверю. Я. Тынц-тынц. Тынц-тынц. Так. Так. А, ясно, ясно, все ясно, да. Ага. Так, давайте, давайте, давайте. Да, давайте. Ага, пошли дальше. Значит, нам надо каким-то образом прорваться через эту штуку. А, вот же ключ, я же не заметил. Ну, ё-моё. Чё ж такой незаметный? Так, бежим, бежим, бежим. Так, вода? Всё норм? Окей. Опять переколбасило. Вот если что, мышкой лучше сильно не крутить, что там переколбасило шоу своей. Так, ты кто такой, чувак? Чувак, стой, все нормально? Тебя подтолкнуть? Нет, окей. Так, тут ничего нету? Нет. Тут тоже ничего, можно, значит... А, зачем я сюда тогда полез? Пойдемте вниз, ой-ой. Чё? Куда? Кого? Зачем? Ух ты, ё-моё, черепушка. Ой. Так, улица Кевина, или чё? Вейтинг. Ну не, поцелуйчики, фу-фу-фу. Так, стоп. Джень... А, это точно. Ну ё-моё. Это какой-то... Красный переулок, как в Амстердаме, ё-моё. Фу-фу-фу. Всё, я пошёл нафиг. Ой-ой-ой. Так, так, так. Только там они, правда, в витринах стоят. У вас же воспоминания есть. А, я думал, что у вас хоть из вас, хоть один человек нормальный, живучий есть. А вы все, ну пусть вы нормальные, но не совсем адекватном состоянии. Что? А! Да-да-да-да-да-да-да, понял. О, да понятно. Давай. Так, стоп. Спамер, спамер, где спамер? Ты, да не ты. О, опять живодер, привет, живодер. Так, ты, я сейчас замочу, насмерть. Все, я тебя насмерть замочил. Чё, куда? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо сначала давайте зашлём вот этот. Да. Фух, не успел вот это пропел. Так, рука, нога. Ты ё-моё! Короче, знаете ещё? Сейчас, стой, подожди. Подожди, дайте его зашибу. Всё, заспамил. Я ему заспамил, всё, у него мозг взорвался. Так, чё, куда, кого?
Стоп, да чё они прыгают на стену? Да ё-моё, да уйдите вы от меня. Так, ты, давай, уйди. Насмерть, уйди. Всё, молодец. Всё. Ё-моё. Короче говоря, где ещё один? Тут же был ещё один. Чё это? Чё это? Так. Фу. Опа. Всё, вот пипец. Как мне тебя зашить? А? Ой, я даже не успел отделить за всеми. Я ж моё. А, нет, не умирай. Я не следил за этим. За количеством её жизни, ё-моё. А, ясно. Перегрузить? Может, перезагрузить? Не, перезагрузить. Ну, вы поняли. Ё-моё, это вообще было. Так, сколько я снимаю видео? Ух ты! Знаете, сколько? 16 минут. Круто. Давайте снимем до 20, где-то так. Ага. Так. Это я знаю. Так. Тут этот красный переулок, неприличный, очень пипецкий, фу-фу-фу-фу-фу. Так, сейчас тут будет... Да-да, быстренько. Так, мародёры. Так, не по стенам пошастать. Да-да, блин, понятно всё это, давай. Так, смени цель. Это срано, ладно, пофиг. Тыц. Да не тебя! У тебя по стенкам, которые ползают. Так, все нормально, ладно, пофиг. Нога. Да ё-моё, откуда ты вообще? Они честно всеми сразу на одну несчастную девушку, которая никому ничего не сделала, пытается жить, как-то выжить. А, я всё. Так, стоп. Так, нога. Ай-яй-яй. Так, стоп, давайте сейчас их я всех посбросаю, если там поналезли они. Фу. Нет, он залез уже. Так, тебя. Это вообще было. Это, конечно, было, наверное, скорее всего, больно, но было шикарно. Что? Ну, ё-моё. Нечестно. Я же... Надо запомнить. Рука, две ноги. Всё. Так. Дайте мне больше приема, потому что мне уже не хватает на остальные связки. О. Так, вот это я знаю. Так, побежали. Реально красный переулок. Ой. Красный переулок или квартале, как-то так называется. Фу, там тараканы ползают. Какая гадость. Люди, подождите. Мне нужно... Да, мне нужно. Так, где вот этот? Так, люди, я вернулся. Продолжаем играть. Так, опять обучили, опять надо... Ух ты, я там наметил кнопочку. Ну, думаю, она пока не понравится. Две кнопочки, да. Чтобы не значить. О! О, я думал, обучения не будет. Так, смотри. Сейчас. Стреляем вот по этому мародёру и стреляем по этому. Не по тебе, ладно, извини, плиз. Так, нога, две ноги, ё-моё, что? Так, ну ты на
сюда. Ах, ты ж ёкнул мне. Так, потом еще один мародер. Ну давай эти штуки убрать как-то. Я не знаю. Так, стоп, 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 стоп. Опять этот. Как эти штуки убрать вообще? Ладно, понял. Ё-моё. Так, стоп. Стоп. Так слишком много, ладно, давай. Так. Ай-яй-яй. Так, они ползают вообще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, стоп, стоп. Так, все, я тебя зашиб. Так, так, так. Так. Ой-ой-ой, больше никого не осталось, ладно? Так. Ага. Так, все, ты у меня один остался. Нет, у тебя еще один, два из них. Так, две ноги. Рука и две ноги. Так. Стоп. Давайте сделаем так. Давайте... Я бы хотел поставить один ударчик. Самый последний удар это вот этот. Силовой. Ай, ладно, пофиг. Все. Так. Их ты ж. Стоп, 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 сюда. Оп. Так, тебя, тебя. Прыжок я успел, успел. Так. Так. Так, рука две на и потом рука и две. Потом еще рука еще. Ай-яй-яй, еще две ноги. Рука две на и все. Вот у нас так много. Понятно там. Население земли стопудово увеличилось много раз. Так, ты ж. А, поставь, зашибил. Ты один, ты один, ты точно один? Ну все, теперь тебе пипец. Так, я все. Так, давай, 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 давай. Ух. Ух. Все, все, жив. Так, эти штуки. Тык. И вот тык. Ага, там вроде еще что-то должно быть. Нет, нет, нет. Ух. Ух. Это было вообще эпично. Очень. Нет, нет, да. Ну ладно, я уже снимаю видео 22 минуты. Так, так что давайте я вот на этой эпической, вообще пипической ночи закончу это самое видео в этом самом третьем эпизоде. Надеюсь, сейчас... Ага, надеюсь, загрузится с ближайшего момента, даже с этого. Ух ты, так, подождите. Ага, ясно. Оно вот там наверху, да? Так, давайте сейчас найдем Cat Plaster. Так, а потом уже я закончу видео. Ага. Ё-моё. Так, перелазим, перелазим. И прыгаем. Потом приползаем. Так, 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 так. Опа. Стоп, 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 е. Ой-ой. Ё-моё. Ладно, спустимся, попробуем. Спустимся. А, ну да, мы и так спустимся. Так. Ага. Поднимаемся, что-то как-то далеко. Стоп, назад, 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 назад. Вернись, вернись, назад. Вернись, плиз. Джакс. This ad. I've heard it before. Ладно, мы на этой, так сказать, не очень удачно. Ну, так как там будет точка сохранения другая, я смогу заново это попытаться найти. Ну, мое видео на этом заканчивается. А я желаю вам доброго утра, если вы только что встали, спокойной ночи, если вы ложитесь спать, доброго дня, если у вас день, и приятного аппетита, если вы кушаете. А вы можете поставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписаться. Можете еще добавить, позвать своих друзей. Всем всего хорошего, и забыл слово. Да. Всем всего хорошего, и пока.